И начнем выпуск с обновленных данных из Турции. Число жертв землетрясения там превысило 9 тысяч человек. Больше 53 тысяч ранены. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В пострадавших регионах уже третьи сутки подряд продолжаются поисково-спасательные работы. По словам президента Турции, на призыв о помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия откликнулись 60 стран. Эрдоган отметил, что пострадавшим от землетрясения будет оказана финансовая помощь, а на полное восстановление пострадавших регионов может уйти около года.